Всем привет, дорогие подписчики! Вы на канале «Вся корзина с Китая». Я вас приветствую. Сегодня вот пришли две посылки, которые я заказывал с Китая. Заказывал для дома. И думаю, эти товары будут вам интересны. Потому что, ну, мне они показались очень интересны. И главное, что они очень полезны. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с большой. Тут две посылки. Вот один большой пакет. Второй поменьше. В общем-то, есть у меня диван. Он хороший. Удобный, раскладывается, но внешний вид его, в общем-то, оставляет желать лучшего, так как он уже, можно сказать, что долгое время находится в пользовании, и поэтому, в общем-то, жизнь его потрепала. И вот в Китае я увидел такую замечательную вещь. Она называется чехол для, в общем-то, диванов и всему тому подобное. Можно для кресел использовать. Так как мой диван вообще целый, конструктивно он полностью целый, мы его не хотим выкидывать, не хотим новый покупать, но хочется сделать внешний вид его более достойным. Сейчас накрываем его разными там покрывалами красивыми, но это все не то. В общем-то, вот в Китае я увидел такой интересный чехол на диваны, на кресла их используют, на уголки мягкие, в общем-то, куда угодно. Ссылка будет под видео, если что интересно, переходите, посмотрите. Что идет в комплекте с этим чехлом? Идут вот такие вот трубки, ну, это не трубки, а такие поролоновые сосиски, в общем-то, для чего они будут известны вам чуть позже, и сам, собственно, чехол. Размер у нас от 90 до 1,40 м, есть разные размеры. При выборе, при покупке вы выбираете сами себе. И, собственно, что здесь идет? У нас одна вот такая накидка на подушке. И, собственно, вот сам чехол. Вот такой расцветки я выбрал, не знаю, там расцветки разные есть, но на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Ткань, не знаю, вот она тянется, видите, вот такая эластичная, как у китайцев на сайте там нарисовано. Все красиво обтягивает, все аккуратно, никаких складочек не остается. Все в этом духе. В общем-то, я повелся на картинки и вот решил все-таки приобрести, заказать и показать вам, действительно ли это так. Давайте переместимся к моему дивану, и я попробую одеть всю эту красоту на свой диван и посмотрим, как это выглядит и что из этого получится. Погнали! Вот диван, о котором я говорил. В общем-то, он удобный, он раскладывается, получается двухспальная кровать. В общем-то, мне он очень нравится, но внешний вид, как видите, он, блин, ну, повидал, честное слово, ему очень много лет. Тут, видите, где-то прожжено, где-то там что-то дети разлили. Ну, а так, в общем-то, он целый. Собственно, давайте попробуем сейчас. Я буду натягивать чехол, а вы посмотрите и посмотрим конечный итог. Да, ребята, тут все гораздо запущеннее, чем я думал. В общем-то, я профукал с размером. Короче, у меня диван идет 1,90 м, я заказал 1,40 м, оказывается. И он маленький, не натягивается. В общем, что я решил? У меня есть от этого же дивана кресло. Давайте сейчас попробуем на кресло. И плюс, на мой диван даже не подойдет такая накидка, оказывается. Я теперь все понял. А почему? Сейчас объясню. Вот тот самый диван от этого комплекта. И на него, я думаю, сейчас чехол мы все-таки натянем. Почему я говорю, мне не подойдет на диван? Как я вам показывал, есть вот такие штучки поролоновые. Они нужны для того, чтобы после того, как чехол натянется, вот все вот в эти промежутки, да, которые есть, все щели, берется, потом сверху вот так вставляется и заталкивается. То есть получится у нас все красиво. А в диване у меня нижняя часть, она двигается свободно, там нет фиксации, поэтому если я засовываю вот эти поролонки в диван, у меня просто нижняя часть отъезжает, и весь этот чехол выпрыгивает. Короче, видимо, на ту модель дивана мне вообще без вариантов какой-то чехол приобрести.
ну, так все это выглядит. Ну, по крайней мере, лучше, чем было. Вообще классно. А для дивана, конечно, я немножко профукал размер, еще раз повторюсь, надо было чуть больше. Поэтому, если у вас диван 1,90 м, то берите 1,90 м. Потому что у них все под расчет. Прям вот я взял 1,40 м, и он четко 1,40 м, больше не растягивается. Ну, на кресло вообще подошло идеально, видите. Все, ткань шикарная, тянется. Я ее как не пытался порвать, тянулся всей дури, фиг порвешь. В общем-то, вот такая вот красота. Ну и наволочка на молнии. Ну, по бокам, конечно, можно было еще подтянуть. Я уже не стал заморачиваться, мне не так важно по бокам, главное, чтоб сверху. Так что, как-то так. Ну и вторая посылка, немаловажная, немаловнужная, точнее, в хозяйстве. Сейчас вы ее, наверное, узнаете. Многие видели ее на разных китайских площадках, рекламируют, да и не только на площадках. Так, все, здесь больше ничего нету. Надеюсь, что тут все целое, что-то как-то все порвано, погрызано. Так, это что у нас? Магниты. Видимо, так хорошо были приклеены, что они отвалились. В общем-то, идут 4 вот такие магнита. Нужно их приклеить, чтобы они находились на своих местах. А пока они все выпали. Ну да ладно. В общем-то, это трафарет. Трафарет полностью он сделан из пластика. Как этот трафарет работает? То есть, если вы делаете, к примеру, из ламината кладете пол, да, у вас идет отопление труба там или что-то еще, вам нужно красиво, аккуратно вырезать ламинат. С помощью этого трафарета можно все сделать красиво и аккуратно. Ну вот один из вариантов. К примеру, вам нужно поставить шкаф к стене, да, и у вас вот идет плинтус, вот идет труба. И чтобы это все не вымерять, не рассчитывать, просто берете шаблон, подносим, прижимаем к стене, все, плотно поднесли. И вот, пожалуйста, у вас готовый контур со всеми размерами, со всеми делами. Просто обвели на детали, на стоевой шкаф, к примеру, обвели. И все, вырезали, потом готовую подставили, у вас будет четко, ровненько и без всяких там лишних заморочек. Ну, это как один из примеров, а использовать можно в разных ситуациях. Я с молодости занимался изготовлением мебели. Если бы в то время был такой шаблон, я бы, наверное, очень много времени сэкономил. При установке разной мебели, там, особенно кухню, когда устанавливаешь, это просто ужас, там столько нужно вырезать разных труб, разных там углов, все тому подобное. Вот, пожалуйста, здесь все очень просто. Приложили, отмерили, обрезали, все, вам готово, все, что хотите. Длина ее составляет 25 сантиметров, то есть там у него, у продавца есть разные размеры, но вот я выбрал самый большой, ну, пусть будет, как говорится. Все полностью из пластика сделано, в общем-то, шаблон целый, все отлично. Чехол тоже мне понравился, все ссылки я оставлю вам под видео. Если что-то вдруг понравилось, можете перейти, посмотреть, приобрести. Ну, а на этом все. Желаю вам здоровья, позитива, удачи по жизни. Пока-пока. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!